Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кот, и сегодня мы с тобой снова возвращаемся в страшный замкнутый подъезд. Погнали! Значит, как ты помнишь, в прошлой серии мы бегали по этажам, и я просто вообще не знал, что здесь делать. Ну, и я немножко разобрался за кадром, и оказывается, что эта игра имеет тут парочку загадок, ну и также небольшой квест, и все-таки эту игру можно пройти. Значит, погнали, начнем. Как ты помнишь, в прошлой серии я тебе говорил, что вот в этой помойке вот что-то тут лежит. Оказывается, это реально кнопка для лифта. То есть мы можем уехать на лифте, но кнопку нам так просто оттуда не достать. Поэтому погнали решать квест. Значит, короче, я разузнал, что тут можно открывать ящик и брать некоторые вот такие предметы. Сейчас вот тут сделается. Вот, все. Значит, тут есть инвентарь. Вот так он выглядит. Так. Окей. Ну и, конечно же, нам нужно смотреть на пол. Опять же, нам может что-то пригодиться. Так, это вроде хабарик от сигареты. Тут какая-то бумажка. Погнали наверх. Значит, тут можно позвонить, подергать за ручку, но ничего, это не работает. Вот еще тут глазок есть. Так. Как тут бумажка поднимается? Фиг его знает. Но тут можно было доставать листки, как я припоминаю. Так, есть здесь, значит, вот эта штука. Все-таки мы можем уехать на лифте, представляешь? Так, и вот здесь тоже. Короче, погнали искать. Так, это что? О, ничего себе, можно еще коврики двигать, хорошо. Так, значит, игра вообще как бы с элементом ужаса, но еще плюс она имеет здесь ряд загадок. Так, а вот и кролик. И представляешь, что оказывается вот все это время, сейчас вот здесь лежал ключ. Представляешь? И, но его взять нельзя, значит, нам его каким-то образом нужно как-то достать. Все-таки вот эти, так сказать, лица животных, тут кролик, там корова вроде, стрекоза есть, все-таки оно имеет ряд последствий. Ну, короче, погнали решать всю эту тему. Я думаю, ты уже понял. Вот, значит, этот ящик закрыт, нам нужно к нему ключик как-то добыть. Так, смотрим внимательно на пол. Значит, в этой игре не должно... О! Так. Я что-то подобрал. Стой. А как тут листать? А, вот так на клавиши Tab жать. Окей. Так, я не знаю, что это. Возможно, это какой-то предохранитель. Ну, возможно. Так, закрой. Окей, стрекоза, стой. Значит, о! Ключик. Так, уже что-то есть. Все-таки нам нужно тут на каждом этаже, короче, искать под ковриком и у дверей всякую фигню. Стой, подожди. Скорее всего, это вот здесь, да? Подожди. Вот он, ключ. Да! Так, что это? Я что-то подобрал. Стой. Вот-вот, это записка. Так, нету света, что-то, и ты видишь, это две doorbells, потом one door... какие-то, что ли, принадлежности, я не знаю, возможно, строительные. Фиг его знает. Так, и у нас там нарисована корова, как ты видишь. Значит, погнали искать комнату с коровой. Так, стой. Хм. Окей. А, кстати, а вот этот ключ... У нас сохранился ключ, да? Да. Можно попробовать, смотри. Сейчас открыть вот эту часть. Я не знаю, поддастся ли. Нет, она не поддается. Так, значит, погнали наверх. Тут у нас что-то может быть? Нет. Тут у нас что-то может быть? Так, вроде как нет. Здесь можно проверять, мало ли у нас найдутся какие-нибудь записки. Так, а вот и корова. Так. Стой.
О! Короче, ребят, я тут долго бегал, и оказывается, нужно здесь залепить глазок. Я, короче, выше не поднимался, и тоже ниже старался не спускаться, потому что тут могут поменяться этажи местами. Так, у нас на 10-м, хорошо. Так, я заклеил, короче, глазок, давай позвоним. Так. Нам кто-нибудь откроет? Подожди, а если мы записку вот эту сейчас сунем? Подожди. О! Офигеть! Так, нам что-то дали. Значит, стой. Что это? Что это? Это ручка? Скальпель. Подожди, возможно, он либо откроет вот эту дверцу, но я не знаю, что вот, в принципе, это, конечно, глупо, но давай... Не-не-не-не, может, это для проводов. Хотя там только может дерболызнуть. Или стой, погоди. Скорее всего, нам нужно достать ключ. Вот помнишь, вот где портрет кролика? Значит, можно там достать ключ. Так, стой, только давай проверять все, потому что можно тут что-нибудь да упустить. Подожди. Вот кролик. Хорошо. Стой, и вот теперь здесь нам нужно точно применить скальпель. А вот и ключик. Так, хорошо. Я не знаю, может, это к двери? Нет, тут, скорее всего, пройти в двери нельзя. Так, подожди, стой, проверяем все. Обязательно всякие коврики, а это мало ли что-нибудь мы там забудем. Так, стой, ключик. Это здесь? Или как? Это точно не здесь. Стой, тогда, значит, спускаемся вот сюда. Так, значит, может, тут? Стой, подожди, а если мы вот этот ключик применим? Сейчас вот. Так, не. Значит, идем выше. Значит, ключик где-то в каком-то другом месте у нас срабатывает. Так, подожди. Может, реально для двери? Нет, тут вообще замка нет. Странно. Так, подожди. Может, тут другие? Не, ну точняк это для этой двери. Я тебе говорю. Это вот ключик для этой двери. Хотя, возможно, я сам себя обманываю. Так, ладно, топаем выше. Значит, стой, может, на банке? Может. Я не знаю. Ну вот там лежит вот, вот этот агрегат. То есть... В принципе, моя догадка в прошлой серии была верна, то что... Так, интересненько. А вот тут уже точно нам нужно применить ключик, и мы находим что? Отвертку. Ладно, наверное, здесь? Наверное, нам нужно тут отвертку применить. Стой, подожди. Так. Может, тогда предохранитель? Стой, где предохранитель? Так, предохранитель тоже. А что тут? Тут просто пусто и лежала отвертка. Ну ладно. Так. Значит, тогда нам нужно выше. Стой, либо погоди. Может, и я... Конечно. Конечно, все, ящик сейчас откручиваем. Снимаем. И вот мусорка с... Как раз вот... С этими делишками. Так, тогда, значит, это сюда. Стой, подожди. Стой, погоди. Вот, панель, и, значит... Стой, подожди, выйди, что у нас? Ага, стой, подожди, походу нам нужно что-то изолировать, да? У нас есть изолента? Есть. Подожди, стой, что-то он еще выдвигает. Может быть... Так, нам нужно еще изоленты. Не знаю. Ладно, все, задвигай эту хреновину. Так, нажимаем, значит, кнопку. Это не предохранитель, это у нас клавиша. Все, лифт открывается. И, значит, все, ребятки. Мы сбегаем на лифте. Довольно-таки неплохо, я тебе скажу. Конечно, пришлось за кадром долго сидеть,
Все, ребят, мы прошли игру. Вот такой у нас квестик получился. Довольно-таки очень неплохой. Хотелось бы побольше, конечно, таких игр с квестами. Реально круто. Реально круто. Вот честно тебе скажу, что за кадром пришлось, конечно, подумать, что к чему. Конечно, я не знал, что там нужно было изолентой залеплять глазок. Но довольно-таки реально вот загадки решаемые, прикольные. В основном нам, конечно, ничего вот в данной игре не рассказывается, почему главный герой оказался в этом подъезде, что произошло, почему вот такие загадки начались. Может, там по запискам это сказано, но я как-то в записки не углублялся. Как-то так. Возможно, там давались, кстати, подсказки для квеста. Вот. На этом все. Подписывайтесь на канал, для этих видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.